Друзья, всем привет! Вот здесь, вот на вытяжке, сверху на шкафчиках, на холодильнике собирается такой слой пыли, плюс еще это все заправлено таким жирным липким налетом. Я вам покажу сегодня такой простейший способ из доступных средств, который позволит все это быстренько убрать, просто наносим и смываем. Друзья, и что нам понадобится? Я беру теплую воду, лимонная кислота и обычный столовый 9% или 6% уксус. У меня 9%. И также я беру пульверизатор, чтобы было удобно наносить. Стакан с водой. Я добавляю столовую ложку лимонной кислоты. Перемешиваю, чтобы растворилось. И сюда добавляю столовую ложку уксуса. Теперь это все нужно тщательно размешать, чтобы не было крупинок, чтобы не засорить пульверизатор, и все залить сюда. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Так как я невысокого роста, я использую такой стул-стремянка. Я много раз его вам показывала. Очень удобно в хозяйстве, вообще нужная вещь. Я наношу спрей достаточно обильным слоем, оставляю на минут 5-10, чтобы оно хорошо поработало, так как там жирный такой липкий слой. И потом беру салфетку и прохожусь. Кошмар какой-то, откуда столько грязи? Я неделю назад, наверное, убиралась, по-моему, да. Опять такой слой. Друзья! Мы открываем телеграм-канал, советую к нам присоединиться. Это будет живое общение, очень много разнообразной информации. Будем делиться друг с другом. У нас будет большая дружная семья, и ссылочка будет под этим видео. Друзья, не поверите, но уже практически все чисто. Здесь можно видеть, так и там чисто. Особенно там было почему-то грязно. Видимо, ближе к окну. И пыль залетает. Здесь чисто. Здесь пока еще я не прошлась. Здесь очень грязно. Вот таким способом можно просто, быстро убрать всю пыль, грязь. Прямо такой жирный, липкий налет, который вот на шкафчиках. И если вы не знали про этот способ, то попробуйте. Друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.